5 гектаров земли на берегу Каспийского моря в Махачкале вернули в федеральную собственность. Участок попал в частные руки в 2007 году. Тогда Минимущество Дагестана заключило договор купли-продажи объекта недвижимости с коммерческой организацией, не имея на то полномочий. Прокуратура республики обратилась с иском в арбитражный суд о признании сделки недействительной. Требование надзорного органа в итоге удовлетворено в полном объеме. Новому хозяину пришлось возвратить квадратные метры территориальному управлению Росимуществом.